все его поставить, и так под углом 45 градусов. То есть держим ручку, но ставим мы под углом 45 градусов. Вот такой угол. И с него мы начинаем писать. Начинаем писать палочки. Толщина палочек будет толщиной коллапа. Вот этот вот угол, который он должен прям вы поставить и проводить. Получается, что это и будет. Отлично. Палочки будут сначала вертикальные, потом горизонтальные. Так, что это у нас такое? Сколько существует букв в этом санскрите? Сколько существует? 1000 лет. Нет, букв. Сколько? 50. Точи-точи. Точи-точи. Жук-точильщик. Какая ты умничка. Как у тебя хорошо получается-то. Кто бы подумал. Тебе сколько лет? 7. Ну, понятно. В чем секрет, я понял. Тебе 7 лет. Вон оно что. А я не знаю, что сказать. Очень любим вас точно. Вы у нас? Да? Шеф. И в шашлыке. Хорошо. Очень красиво. То есть Елена пишется с «э»? Ну, в санскрите.